Между тем, накануне из Березняков были отправлены еще 25 мобилизованных прикамцев. Напомню, что эти же самые ребята уже выезжали 30 сентября в краевой комиссариат. Однако их вернули обратно из-за нехватки мест в учебных центрах Елани и Тюмени. Уже известно, что 25 наших земляков отправятся в Тоцки Оренбургской области. Замечу, что отправка нынче была организована гораздо лучше тех, что прошли в последнюю неделю сентября. Во время ожидания мобилизованные мужчины и провожающие их родные уже не мерзли на улице, а сидели в большом зале дворца. С 8 утра во дворце детского и юношеского творчества была организована процедура сверки документов и заполнения военных билетов. Каждому мужчине был выдан вещмешок, который помогали собирать промпредприятия. В него вошли спальник, нательное белье, консервы и так далее.